сейчас собрались спортсмены для подготовки, зимний, скажем так, сезон, для подготовки к троеборью, чтобы молодые, там, одна звезда, две, три, вот, манежную езду, то есть, ну, спортсмены втянулись в работу. Это требовательная работа такая, сейчас конец года, и много спортсменов, и хороших, и хорошие спортсмены есть, и лошади хорошие есть. Надо просто выбирать уже. Каждый вид, это он должен представляться, допустим, он троеборье. За один день вот человек показал, приехал, показал лошадь. Это не показатель. Надо разобраться более детально, более грамотнее в этом всем. И поэтому вот сборы, и говорят, сбор нужно собрать, это сбор всего лучшего, и потом они работают вместе между собой, и тогда уже видно, ребят, кто, куда, для чего работает. Это очень большое дело. Сбор. Сбор для того, чтобы всадники, скажем так, от тренеров, ну, так сказать, подняли свое понимание. Потому что, ну, не будем далеко ходить, допустим, классифику, класс конного спорта. Это дома человек, ну, в школу сходил, потом пришел, поездил. А там, допустим, филис, баше, вот такие, ну, классические виды, классические, где восприятие спортсмена, чем он занимается? Маловато. Вот я считаю, что нужно, чтобы всадник рос от головы, думал, читал много. Где, как лошадь идет, почему она идет, почему так или никак иначе. Это только в работе. Дай Бог, чтобы ребята росли. И опять же, учиться. Я не говорю, как завещал великий Ленин, но учиться надо. Надо двигаться вперед. Как англичане говорят, step by step. Обязательно надо двигаться, иначе сейчас молодцы, ребята учатся, но это маловато. Хотелось бы больше.